коллеги, добрый день. Начинаем нашу традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам прошедшего сезона. На пресс-конференции принимает участие генеральный директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Викторович Ларионов, главный тренер хоккейной команды «Нефтехимик» Олег Юрьевич Леонтьев и старший тренер молодежной хоккейной команды «Реактор» Игорь Викторович Федоров. Ну, давайте нашу работу по традиции построим так. Сначала выступление, потом уже по ходу работы вопросы и ответы. Игорь Викторович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Рада вас приветствовать. Как и в предыдущие годы, мы с вами собрались, чтобы подвести итоги хоккейного сезона, который завершился для нас в эту субботу, 11 марта. Особенностью регулярного чемпионата в сезоне 22-23 можно отметить количество игр. Нынче каждая команда сыграла по 68 матчей. Это впервые в истории КХЛ. И несмотря на увеличение количества игр, сроки проведения регулярки не менялись. Как и раньше, регулярный чемпионат начали с первых чисел сентября и завершили в конце февраля. Этот сезон был знаковым для нас, для всех, и особенно для тренерского штаба Олега Юрьевича. Если помните, на нашей прошлогодней встрече я говорил, что Олегу Юрьевичу в свой первый сезон работы в «Нефтехимике» в условиях жесточайшей конкуренции удалось вывести команду в плей-офф и достойно выступить в кубковых играх. Всегда сложнее повторить собственные достижения, но команде под его руководством в этом году удалось добиться выйти в плей-офф и выступить там лучше, чем годом ранее. И в это видели в играх с командой «Ак-Барс». Хотя и все начиналось далеко не так, как планировали. Одно набранное очко в первых 10 матчах и последнее место в турнирной таблице. Ситуация была, скажем, непростая. Нас чуть ли не каждый день представители СМИ, особенно федеральных, спрашивали о доверии тренерскому штабу и главному тренеру. Но мы в это тяжелое время не занимались поиском виноватых, а дружно, сплоченно искали пути выхода из сложившейся ситуации. Меры, которые мы были приняты, оказались верными. Мы достойно преодолели трудности и оставшуюся часть чемпионата провели ровно без провалов. Как итог, заслуженное попадание в плей-офф. Если говорить об эффективности использования бюджета, то наш клуб уже второй год подряд входит в первую пятерку клубов КХЛ по потраченным деньгам на одно заработанное очко. Мы продолжаем в своей работе популяризацию хоккея среди населения, особенно в школах, колледжах и вузах нашего города. Понимая, что за этим будущее, и это наши будущие поклонники, фанаты, вот, те, на кого мы ориентируемся. Так, в этом году мы в ряде школ провели 3 урока по программе КХЛ с участием наших хоккеистов. Должен сказать, что они с большой охотой идут на эти занятия и активно там себя проявляют. И мы привлекли более 2000 школьников на регулярные матчи чемпионата в качестве бесплатного приглашения на матчи и получили очень положительный отклик со стороны школ и детских садов. Как и в прошлом году, в наших планах проведение мастер-классов в соседних городах и районах. Те самые мы не только популяризируем хоккей, но и наш клуб, но и привлекаем в наши ряды новых болельщиков. Теперь на игры к нам приезжают из набережных Челнов больше людей: Елабуги, Чистополя, Менделеевска, Мензелинска, Мамадыша, Агрыза и Заинска. И, наверное, вы заметили, какой отшлаг был на матчах с командами «Ак-Барс» в плей-офф и до плей-офф с командами «СКА», «ЦСКА», «Магнитогорск» и «Авангард». Мы также стараемся делать все для того, чтобы болельщикам, пришедшим в наши матчи, было комфортно и уютно, заботясь об их состоянии на арене. Для этого проводятся различные активности, конкурсы, концерты, работает комната для детей. И мы в этом году принципиально изменили в лучшую сторону питание на арене, как по качеству, так и по ассортименту, заменив управляющую компанию. С этого сезона у нас впервые ведется трансляция домашних матчей и передача видеосигнала по Матч ТВ. В течение чемпионата 6 наших игр в прямом эфире транслировались на Матч ТВ, остальные на КХЛ ТВ и КХЛ ТВ Прайм. Благодаря этому телекартинка наших домашних матчей стала на порядок выше по качеству, увеличилось количество просмотров.
Теперь по команде «Реактор». Главной задачей – это подготовка игроков для команды «Нефтехимик». В этом сезоне трое наших игроков из команды «Реактор» – Евгений Кашников, нападающий Рауль Якупов и Данил Шестобитов – выходили на лед в составе нашей главной команды. Женя Кашников, «Нефтехимик», с учетом плей-офф провел 72 игры. Мы в самое трудное, ответственное для «Нефтехимика» время пошли на тяжелый, но необходимый обмен Никиты Артамонова на вратаря Андрея Тихомирова из «Торпедо». На правах аренды Григория Морозова обменяли на Илью Федотова. Эти обмены принесли нам ожидаемую пользу и эффект. Мы постоянно следим за выступлением нашей молодежки, считаем ее важной частью, составляющей хоккейной вертикали. Да, «Реактору» нынче не удалось продолжить свою борьбу за Кубок Харламова, но несмотря на это, мы считаем, что команда двигается в правильном направлении. Завершая свое выступление, хотел бы особо поблагодарить руководство группы компаний «Сибур» и ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» за внимание и поддержку нашего клуба, за помощь в оперативном решении всех проблем, с которыми сталкивается клуб. Представители высшего руководства не только помогают нам ежедневно, но и, несмотря на свою занятость, приходят на игры и лично поддерживают нашу команду. Огромное спасибо тренерскому штабу команды «Нефтехимик» и обслуживающему персоналу, администраторам, докторам, массажистам, сервисменам. Особая благодарность главному тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву, который в сложных условиях сумел сплотить команду и выполнить поставленную задачу. Свой огромный вклад в общие успехи внесли работники офиса. Это так наш своеобразный тыл, который обеспечил всем необходимым для успешного выступления команды. Также поблагодарить и вас. В вашем лице все СМИ, которые освещают чемпионат. Вы выполняете очень важную, огромную работу. Да, наверное, мы не всегда согласны с вашей точки зрения, и это вполне нормально. Но то, что вы помогаете развивать хоккей, это бесспорно важно. И спасибо вам за это. Спасибо большое. У меня все. Спасибо, Игорь Викторович. Олег Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Ну, во-первых, большое спасибо, благодарность нашим болельщикам, которые поддерживают в течение всего сезона на своей арене, на нашей арене и в других городах. Это очень ценно и важно для нас. Спасибо Игорю Викторовичу, что проделал эффективную большую работу. Это вроде незаметно, но мы ее видим и ценили каждый день в течение всего сезона. Также руководство «Сибуру» за поддержку и выдержку. Ну, начало сезона, сами понимаете, было непростое, но мы сплотились, наш тренерский штаб, наша команда, все, кто причастен к клубу, были вместе и в это трудное время. Да, было непросто, но мы сделали это. Мы прошли этот путь, и мы только еще больше закалились, стали сильнее. Но по итогам сезона хочу отметить, что да, необычный чемпионат, необычное количество матчей. Это всех как бы было пугало, и было интересно начинать этот чемпионат. Провели неплохую предсезонку, выиграли турнир в Казани, в Борисе тоже неплохо выступили, и ничего не предвещало такого начала. Но мы с честью вышли, прошли ровно сезон, без таких и провалов, не было таких больших, можно сказать, помню, только три подряд проиграли. А так, хороший сезон. И все парни, которые у нас были, все, кто пришел в наш клуб, все, кто был раньше, все добавляли, прогрессировали. У всех личная статистика улучшилась, и это, естественно, сказалось на общем результате команды. Команда выполнила задачу, попала в самую интересную часть сезона, это плей-офф. Попали на серьезного, сильного соперника, Акбарс, но нас это не пугало, не останавливало. Мы хотели проходить любую команду, и мы дали бой Акбарсу. Да, может быть, не получилось по итогам пройти эту команду, но все равно это был шаг вперед по сравнению с тем сезоном. И я думаю, что мы будем только сильнее и с хорошим оптимизмом и уверенностью смотрим на следующий сезон. Ну, еще раз говорю, всем спасибо за сезон, я думаю, он удался. Встречая болельщиков даже, ну, не даже, а на улицах, где-то в местах, все подходят, благодарят. Это самое главное в жизни, когда твою оценку подходят и благодарят простые люди на улице. У меня все. Олег Юрьевич, спасибо большое. Игорь Викторович, пожалуйста. Ну, мы пока результатом таким не можем похвастаться, да, но мы идем к нему, да. По сезону, по команде хочу сказать, у нас 11 местных воспитанников принимали участие в сезоне из Дюсыш, да. Молодцы ребята, как бы бились в силу своего возраста, в силу своей неопытности, но
никому вопросов нет, да, только там есть к отдельным, сами все знаете прекрасно. А другие задачи мы в этом сезоне выполнили, да, но как бы наша работа фарм-клуба — это все делать для того, чтобы наша основная команда, мы подготавливали кадры, обмен, не обмен, в основе играют. Это наша первостепенная задача. Да, конечно, если бы еще и результат был бы, то есть в плей-ин, если бы вошли, но мы бились до последнего, только уже в конце четырех игр уже шансов не было. А так, как бы, считаю, что сезон хорошо провели. Спасибо болельщикам, спасибо Сибуру, спасибо Игорю Викторовичу. Всем спасибо. Работаем, двигаемся дальше. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, теперь переходим к вопросам. Зуми пока есть, да? Я ко всем обращаюсь, пожалуйста, задавайте вопросы исключительно касающиеся итогом сезона, выступления «Реактора» и нашей главной команды «Нефтехимика». Доброго дня всем. Евгений Романов, «Татаринформ». И хотелось бы сначала вопрос задать Олегу Юрьевичу Леонтьеву. Для вас прошел второй полноценный сезон, и сейчас многие эксперты в едином порыве утверждают, что за этот год вы очень выросли как тренер. О себе говорить, конечно, не скромно, но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу подобных разговоров. Ну, приятно слышать такие разговоры, но я не обольщаюсь, я концентрируюсь на своей работе, мне важен результат и сам процесс этой работы. А то, что говорят, да, мне приятно, но что обольщаться. Это наше дело, делать свою работу, делать все хорошо и правильно, и честно. Поэтому так вот, такой мой ответ. Спасибо. Олег Юрьевич, в этом сезоне у «Нефтехимика» в составе было очень много молодых защитников. Упоминали и Кашникова, и вот Владислава Леонтьева, 22 года всего. Вы как защитник в прошлом, как можете оценить прогресс именно вот молодых защитников? Ну, скажу честно, было пугающее осторожность, то, что люди первый раз и сразу в КХЛ, в таком, ну, в достаточно молодом возрасте. Ну, как показал предсезонные игры, товарищи, в принципе, ребята были готовы и справились с этой нагрузкой, которая на них выпала. Да, мы в следующем сезоне будем вводить как можно больше молодых, потому что, как показали игры других команд, за молодыми будущее, поэтому и тоже ищем ребят молодых и будем их искать и вводить в состав на следующий сезон. Спасибо. Олег Юрьевич, еще к вам последний вопрос. Сейчас среди болельщиков, в первую очередь, «Нефтехимика» преобладает такое мнение, что если бы «Нефтехимик» занял 7-е место на Востоке и попал на «Салават Юлаев», то все говорили бы о чуде «Нефтехимика», а не «Адмирала». Нет ли у вас какого-то сожаления, что все-таки вот эти 10 поражений на старте сезона оказались в какой-то степени роковыми? Ну, гадать можно что угодно, конечно. Я уже говорил, что «Акбарс», ну, наверное, одна из сильнейших команд на Востоке, и не только на Востоке, но и вообще в чемпионате. Поэтому, может быть, с долей осторожности можно такую версию высказать, что, может быть, если мы попали на другую команду, было бы что-то по-другому. Но об этом же смысла нет говорить. Произошло то, что произошло. Поэтому будем стараться занимать не 8-е место, а выше. Поэтому попадайте в течение сезона, добивайтесь лучшего результата, не проигрывайте 10 матчей подряд, и будет все по-другому. Конечно, это не то, что роковое стечение обстоятельств, но жизнь так сложилась. И я, может быть, даже и рад, что он так сложился. И мы из этой тяжелой ямы вышли с достоинством и честью. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Да, у меня теперь вопросы к Игорю Викторовичу Ларионову. Игорь Викторович, доброго дня. Сейчас для команд, вылетевших в первом раунде, уже началась трансферная кампания. И вообще, как обстоят дела с сохранением лидера в команде? Есть ли уже какие-то потери на следующий сезон? Евгений, спасибо за вопрос. Действительно, трансферная кампания уже началась. Вот. Мы планируем сохранить костяк нашей команды, которые особенно проявили себя наиболее ярко в плей-офф. Вот, пока
никаких потерь там, в переговорах не наблюдается. Переговоры начинаются всегда очень осторожно и займут длительное время. Поэтому пока у нас оптимизм, потому что мы сохраним свой костяк и усилим, может быть, позиции, которые требуют усиления. В этом сезоне у нефтехимика чувствовалась нехватка опытных защитников, по-моему, Олег Юрьевич в интервью нашему изданию говорил об этом. Будет ли в этом межсезоне сделан упор именно на подписание таких матерых защитников с большим опытом КХЛ? Да. Хотелось бы еще спросить, очень достойно действительно получился этот сезон для нефтехимика, и команда показала, что даже при скромном бюджете в составе может бороться спокойно с грантами. Нет ли каких-то конкретных заявлений у руководства об увеличении бюджета на следующий сезон? Как вот ваш вопрос звучит? Какие заявления руководства будут об увеличении нашего бюджета? Ну, мы сами выходим с инициативой по итогам своей деятельности просить увеличения и улучшения. Конечно, увеличение бюджета будет небольшим, и связано оно с увеличением пола заработных плат. Как вы знаете, в этом году он составляет 315 миллионов рублей, на будущий сезон он будет 405. Поэтому и здесь вот мы связываем с этим увеличением и возможность усиления нашего состава. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр Халин, НТР. Игорь Викторович, наверное, к вам больше вопрос. Где-то примерно 2 недели назад, да, перед матчем, совершенно случайно встретил Сергея Владимировича Быкова, да, и такая от него новость прозвучала, эксклюзивная. Даже сейчас не существует совета директоров. Сразу, конечно, много вопросов появилось. Вообще, немножко расскажите, чем это может грозить, вообще, для чего это было сделано. И Сергей Владимирович сказал, что он теперь куратор, да, курирует хоккейные, футбольные нефтехимики. Вообще, ну, что входит в его полномочия, да, можно немножко поподробнее узнать? Спасибо, дорогой Александр Халин, за такие неудобные вопросы. Значит, ну, действительно, чтобы снять ненужные кривотолки, которые в этом появились после вашего интервью, значит, я поясню, что действительно совет директоров был создан в 2017 году и действовал до августа 2022 года. Потом было принято решение о приведении устава хоккейного клуба «Нефтехимик» в соответствии со стандартом, принятый в клубе компании «Сибур», в котором совет директоров в таких компаниях, как наша, просто не существует. Он просто был как бы аннулирован, была принята новая редакция устава, и, соответственно, нет совета директоров. И все, которые полномочия были у совета в части там, бюджетного планирования, выделения финансирования, они все перешли к соответствующим службам группы компании «Сибур». И эта работа вся дальше ведется. Поэтому здесь ничего такого тут смертельного или там решающего для клуба не произошло. Это больше техническая вещь. А клуб, самое главное, получил подтверждение от руководства группы компаний «Сибур» о дальнейшем существовании, деятельности и увеличении бюджета, пусть небольшом, на будущий год. А Сергей Владимирович? Сергей Владимирович, он является амбассадором по спорту всей группы компаний «Сибур». Он курирует весь спорт, который в прямом или косвенном отношении имеет группа компаний «Сибур». Это хоккейный футбольный клуб «Нефтим», как вы сказали правильно. Это клуб «Рубин», это «Синтез» и очень много компаний, которые вы видели, может быть, рекламу компании «Сибур» на свитерах компаний там, и игроков «Кунь-Луня», «Торпеды», где имеют территориальное присутствие предприятий группы компаний «Сибур». Это партнерские отношения, которые сформировались до того, как «Сибур» стал собственником и хоккейного клуба, и продолжается и дальше. Но это не обсуждаем, это не наша тема, но он, я хочу выразить ему слова благодарности за то, что действительно и с первых дней он очень глубоко погрузился в нашу проблематику, хотя он напрямую так плотно не сталкивался с хоккеем, но имея огромный игровой и тренерский опыт, он четко все понимает там с полуслова,
Вот, и мы общаемся на одном языке, и оказала нам действительно понимающую и очень важную поддержку вот в период нашего немножко неудачного старта. И когда мы обсуждали причины, то, что тоже произошло, и он видел, что действительно по ключевым показателям игры мы были в топ-5 в лиге, но, к сожалению, из-за того, что пропустили больше всех, мы были на последнем месте. Здесь не было никакой паники, здесь не было никакой там недопонимания, и, слава Богу, и в команде тоже, и в клубе у нас мы не искали крайних, а просто исправили места, которые требовалось подправить, исправить, улучшить, что было и сделано. Поэтому Сергею Владимировичу большая благодарность за вот это вот понимание и поддержку. Ну, то есть, получается, у него функции не изменились, то есть все то же самое, просто немножко другая должность, скажем так. У него должность это была изначально. Просто когда у нас совет директоров новый формировался, если вы помните, был Тимур Альбертович Шагабудин, представитель совета директоров. Поскольку совет, он сохранился в то время, вот, в связи с тем, что Тимур Альбертович перешел немножко с другим статусом, приехал в Москву жить, он не имел возможности уже возглавлять совет директоров и так оперативно участвовать в его работе. Поэтому и на верхнем уровне, на высшем уровне было принято решение, то, что будет вместе с Тимуром Альбертовичем Сергей Владимирович. И какое-то время, это с апреля по август, вот он был представителем совета, мы провели отчетное собрание, мы отчитались о итогах работы в 2021 году, и потом просто планово произошла у всех компаний, дочерней группы компаний «Сибур», изменение устава, в том числе и у нас, и просто совет упразднился. Спасибо. Всем спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Всем добрый день. Олег Юрьевич, вопрос хотел бы к вам первый задать. Вот 10 поражений на старте подряд у вас было. Вот что говорили, что делали после такого непростого периода? Делали свою работу, говорил ребятам, что мы не будем опускать руки, мы все правильно делаем, но нужно еще больше сконцентрироваться, усилиться и выйти из этого положения. То есть я, конечно, не всю кухню раскрывать не буду, но, как уже сказали, Игорь Викторович, как сказал, и как я могу продублировать свои слова, то, что никакой паники, ничего не было. Все в штатном рабочем режиме работали, и мы понимали, где искать проблему, и не знали эту проблему, как ее решить. Знали, где надо усиливаться, где надо подработать. Поэтому так и вышло, как вышло. Ага. И какую роль в выходе из вот того кризиса сыграл Эмиль Гарипов? Эмиль Гарипов, ну, я еще раз говорю, и тогда говорил, когда он пришел в нашу команду, это вратарь высокого уровня, топ-вратарь, и он тоже горел желанием реабилитироваться за тот свой же неудачный старт в другом клубе, и, понятно, горел желанием помочь нашей команде, и тут наши идеи совпали, наши цели совпали, и поэтому так вот здорово произошло то, что он нас оказался, мы подписали. Мы знали, кого подписывали, это было не с бухты-барахты, мы знали, что за человек, и какие у него были достижения, какой у него класс, и все такое хорошо и удачно вышло. Одно только жаль, что вот эта травма, которая не дала ему дальше продолжить сезон, вот это только... Ну, жаль, что это так случилось. Но это спорт, это не без травм. А так, мы довольны таким приобретением, как Эмиль Гарипов. А рассчитываете ли на Эмиля в следующем сезоне? Ну, все будет зависеть от переговоров, контракта с агентом. Это уже такая часть, такая долгоиграющая. Поэтому мы рассчитываем, мы хотим, чтобы у нас остался и продолжал радовать болельщиков и сражаться за наш клуб. Спасибо. Игорь Викторович, здравствуйте. Вопрос теперь к вам. Была информация, что к команде могли присоединиться по ходу сезона Рафик Якубов и Раил Якубов. Были ли с ними переговоры? Коллеги, можно вопрос по итогам сезона? Хорошо. Тогда вот уже говорили вы про сохранение лидеров. Вот насколько тяжело будет сохранить Павла Порядина, лидера команды, ключевого игрока? Как вы сами думаете?
Тимур. Мне лично кажется, непросто. Я с вами полностью согласен. Конечно, Лев нас Павел лидер команды и внес просто огромный вклад и в чемпионате, и в плей-оффе. Понятно, что мы на него рассчитываем и сделаем все для того, чтобы его сохранить, но в рамках наших возможностей. И последний тогда вопрос от меня будет снова Олегу Юрьевичу. Вот не задумываетесь ли вы о своем будущем, потому что свободных тренерских мест после Кубка Гагарина будет достаточно? Ну, а что мне задумываться? Я работаю в нефтехимике, у меня еще год контракта. Я доволен, где я нахожусь, и с теми людьми, с которыми я работаю, мне очень приятно работать. И я рад и счастлив, что в этом клубе нахожусь. Поэтому я даже и не думаю о каком-то другом клубе и даже не рассматриваю никакие предложения. Их, во-первых, и нет, а во-вторых, и что мне думать, когда у меня впереди еще целый год работы. Поэтому я нахожусь здесь. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Коллега, большая просьба. Представьтесь, пожалуйста, когда будете задавать вопросы. Мы продолжаем нашу работу. Вопросы, пожалуйста, еще. Скажу так, ну, каждый год, естественно, какие-то нововведения не будут происходить. Планы подготовки, он не меняется, я имею в виду по срокам. То есть это будет где-то, наверное, как каждый год 13-14 июля сбор. Пока предварительно, либо здесь, как мы в том году. Здесь все условия отличные для работы, и поэтому... Может быть, даже и смысла нет никуда выезжать. И нас все устраивает, абсолютно все устраивает. Здесь все, что надо для приценки, здесь все есть. Корректировка каких-то там, ну, игры новшеств, это будет по ходу делаться начало приценки. Да, мы изменим кое-что, потому что, да, наверное, ну, ладно, раскрывать они не будут всех тайн, но что-то поменяется в планах. Поэтому спасибо за вопрос. Как бы так. Еще есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Игорь Викторович, и к вам вопрос. Почему микрофон? У меня все время. Да вас хорошо слышно, не переживайте. Скажите, пожалуйста, вот всем известно, что МХК, да, Реактор, это одна из самых возрастных команд в лиге. А скажите, пожалуйста, планируется, может быть, какие планы на будущее? Может быть, планируется какое-то омоложение команды? Или вы сохраните этот состав на будущий сезон? И также вопрос по подготовке к следующему сезону. Ну, такой же. Какие планы, где будете готовиться, когда? Ну, спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Понимаете, все зависит от работы детской школы. Mm-hmm. Если есть кадры, мы эти кадры берем, но увы, пока этого нету, приходится искать в других регионах, а вы сами знаете, что хорошего хоккеиста никто никогда не отпустит, его будут рассматривать до конца, то есть приезжают хоккеисты, которые, ну, нигде уже как бы не могут пристроиться, а со школы пока, ну, проблема у нас с кадрами. Конечно, для нас приоритет местная молодежь, чтобы играла, как это было всегда в реакторе. Потому что местные ребята, это, ну, они будут и как бы и биться, и сражаться за свой город. Понимаете? Приезжий все равно, он как бы, мы, ну, говорим, но все равно это не то. То есть, если вспомнить лет 10 назад реактор, да, здесь все местные ребята были почти, что здесь никого, ну, 2-3, может, приезжих было. И то, там, как, ну, в виде драфта выбирали или что такое вот было. То есть. По плану, план у нас
совместно с первой командой всегда, и предсезонка разрабатывается, и какие нагрузки, и зал, и лед, все. Ну, здесь, в Нижнекамске, мой стадион «Дружба», Ледовый дворец, все как бы без изменений. Я тогда уточню, спасибо. То есть вы все-таки за «Дюсш» присматриваете? Обязательно. Мы вчера да, проводили игровую тренировку, игровая у нас была. Привлекли 13 спортсменов из «Дюсш», и «Дюсш» один только бросился в глаза. Один из 13. Вот скажите, вот вам ответ на ваш вопрос. Это из ЮХЛ или это какие-то... Это полностью, это ЮХЛ 2006-2007 год. Вот взяли и сами поймите, из 13 человек один мальчик 2007 года. Один. Спасибо. Спасибо за ответ. То есть, как-то спасибо. Так. Еще его фамилия не Рощин случайно? Это секрет. Продолжу, да, в тему. Приходится, да, ну, комментировать матчи, и вот часто по составам других команд я замечаю, что как раз-таки ребят помладше очень активно привлекают. Вот у нас такого нет. Может быть, где-то стоит, да, уже, может быть, ребят вот как раз в 2007 уже к официальным матчам, может быть, по одному, по два человека подключать, или они просто не готовы? Я только за. Я 2008 и 2009 только за. Я просто, ну, нету, понимаете, нету. На данный момент нету. Мы только за привлекать 2007, 2006 года, 2005 года. Но их нету, местных воспитанников, которые соответствуют уровню МХЛ. А у нас поставлена задача, тоже мы не можем рисковать, да, вот как бы вот так вот как-то получается. Вот два звена протащили сезон, два звена, но подвела вратарская линия. Да, я ни в коем случае ребят не обвиняю, они молодые ребята, дай бог они здесь, пусть, как говорится, последнее их не это там будет, а дальше пойдут они и лучше будут играть. Это, ну, мы созданы для того, чтобы это все исправлять. Игорь Викторович, так как вам, не стоит ли, может быть, сезону пожертвовать и начать сразу молодежь откатывать? Нету ее. Ну, вы знаете... Мы сейчас пока еще только вот финализируем итоги и игры команды «Реактор», и команды «Нефтехимик». Пока еще вот сейчас, наверное, каких-то таких выводов глубоких пока еще давать не будем, потому что нужно время все это озвучить, переосмыслить, посмотреть, что у нас имеется в нашем распоряжении. Но однозначно то, что мы ситуацию менять будем. И не только в «Реакторе», но и в «ДЮСШ». Поэтому пока я об этом говорить публично не могу и не буду, но понимание того, что наша школа проваливается уже который год и не дает ту подпитку, которая была крайне важной и для «Реактора», и как следствие для первой команды. Мы всегда гордились, то, что у нас почти полкоманды играет наших воспитанников, и у нас одна из самых молодых команд, поэтому здесь, наверное, не время давать оценку этим действиям, но понимать того, что нужно ситуацию исправлять, и она будет исправляться, это однозначно. Мы будем ситуацию менять. Игорь, вы уже сказали, да, про тяжелый обмен Никиты Артамонова. Можете все-таки раскрыть секрет? Я понимаю, что это обмен вынужденный, да, это тяжелая ситуация была. Но все-таки от кого шла инициатива, что это было предложение именно в обмен Артамонова? Потому что, ну, на мой взгляд, это лучшее, что у нас было вот на ближайшие там 2-3 года. Вы имеете в виду Андрея Тихомирова? Да. Лучший? Нет, Артамонов у нас было лучшее, что у нас было. Смотрите, Александр, ситуация тут была обоюдная, встречное решение. Мы были в ситуации, когда у нас было 10 матчей неудачного старта. И понятно, что когда мы были на втором месте по броскам в створ и на пятом месте по забитым голам в КХЛ к этому периоду и на последнем по пропущенным шайбам, понятно, что слабое место нужно было немножко поправить. И мы тогда нашли вариант усиления вратарской линии за счет Андрея Тихомирова. И, в общем-то, здесь, наверное, в той ситуации это было важное, но вынужденное решение.
И действительно, Андрей своей игрой доказал в течение сезона и плей-офф, когда он сыграл шикарное очень завершение регулярки, 4 матча на 0 и 8 матчей с одной пропущенной шайбой, и благодаря ему и Саше Судницыну в уверенной игре команда получила уверенность, и мы выиграли порядка 80% матчей по последних турах, мы вошли в плей-офф. Поэтому здесь говорить, я даю оценку этому трансферу как успешный. Значит, на тот момент Никита Артамонов у нас был 6-м в команде реактор по показателям полезности, по очкам. Значит, и поэтому говорить о том, что мы потеряли лидера, отдали, не совсем верно. Да, наверное, как в будущем потенциальную сильного игрока, это да. Но, Саша, вот сейчас ты качаешь головой, а у нас есть сотни примеров, когда молодые игроки в возрасте 10, 15, 16 и 18 лет, известные на всю страну, заканчивают, либо вообще с хоккеем, либо просто не становятся звездами. Поэтому здесь гадать на кофейной гуще это не наше. Здесь мы решали текущий вопрос, значит, который требовался для первой команды. Да, может быть, где-то в ущерб перспективе развития этого игрока. Но я по итогам сезона считаю, что мы сделали верно. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Викторович, тут вопрос, как представили, да, я хотел бы озвучить. Кизимов и Федотов в составе «Нефтехимика» определенно повысили себе цену. Есть шанс их как-то продлить, поставить в клуб? Ну, вы знаете, действительно, спасибо большое ребятам, то, что они присоединились к нашей команде, внесли очень важный вклад в победу. Действительно, они у нас находятся на правах аренды, и мы будем вести разговоры, потому чтобы они сохранились и продолжили работу в составе нашей команды, если это получится. Вы понимаете, что молодых игроков другие клубы дают в аренду, значит, ну, с определенными целями, и они повысили свой уровень игры. Они сейчас полноценные игроки КХЛ, а не МХЛ, или высшей лиги уже стали. И, конечно, нам, наверное, будет крайне тяжело их у себя сохранить, но, по крайней мере, мы эту работу будем вести. И парням здесь очень понравилось, и если получится, это будет очень большой совместный успех. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? В Zoom'е есть вопросы? Вопросов больше нету. Огромное спасибо вам за участие в пресс-конференции. Большое спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо всем за вопросы. Спасибо.